Песня Александра Борева. Последний позывной. Батальон! Песня всего лишь полтора куплета. Пусть эта песня будет памятью в Афгане. Правление на знамя! Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга Демократической Республики Афганистан, наградить орденом Красной Звезды прапорщика Мацеевского Вячеслава Андреевича посмертно, лейтенанта Жмаева Константина Викторовича посмертно, рядового Заболодька Сергея Михайловича посмертно, прапорщика Кондратьева Александра Александровича посмертно, прапорщика Бов Алексея Яковлевича посмертно. Каньон, я и добьюсь прием, чтобы там делить с огнем, координаты вам даны. Каньон, трижды прославленный десант, летит по райским адресам, к Аллаху на блины. Каньон, мы невозможное даем, мои ребята под огнем, как ангелы болят. Каньон, выносим небо на плечах, как много будет сингача, подарков матеря, день дикая. Вниз, без раствора стреляю на шум. Витька вскрикнул, повис, у Сереги горит парашют. И уже никогда не проявит военный талант лейтенант. Я и добьюсь прием, мы больше гимнов не поем, здесь некому их петь. Каньон, ты из 500 лет в моем, за упокой семена льем, но выпить не успеть. Виктора Николаевича посмертно, прапорщика Полищук Михаила Андреевича посмертно, прапорщика Запашко Олега Леонидовича посмертно, рядового Деревянка Сергея Михайловича посмертно, рядового Есира Николая Ивановича посмертно. Прошу садиться.